вокруг вас вьются одни ослы. Никто из них не знает, какая вы по-настоящему. Уедем со мной, и ты узнаешь, что такое счастье, крошка. Никогда! В таком случае я еду в Сити. Ну что ты лезешь поперед батьки Пепа, а? Я что, непонятно сказал, что завтра допустим того, как я второй раз скажу голубая мечта? Слушай, бросай свои примочки самодельные, понял? Да, работай. Вокруг вас вьются одни ослы. Никто из них не знает, какая вы на самом деле. Уедем со мной, и ты не пожалеешь, крошка. Никогда. Стоп! Ну ты или тупой, или... Я же сказал, после слов голубая мечта. Но после того, как я их повторю, ты понял? Не понимает. Ему надо объяснить все спокойно. Ну что ты выбился, что ты выбился? Продолжай. Свет, дай реплику. Никогда. Ах так? В таком случае я немедленно еду в Сити. Голубая мечта! Стоп! Ну, идиот, ну когда ты врубишься? Ну, ёлки-палки! Мама лошадь, дочь змея. Вот и вся наша.
наша семья. Аплодисменты. В этой связи, надежные, я хочу представить актрису нашей труппы, женщину-змею, Нона Люк. Приветствуем ее! Раздевайся быстренько. Быстро раздевайся, ложись. Не буду. Не понял, как это не буду? Так буду. А голой не буду. Может быть, вы у меня еще в ватнике или в тулупе бухнулись на массажный стул? Я что, дурная, что ли? Ну ты посмотри, а? Ой, ой. Ну, Аночка, что случилось, хорошая? Насыч, не согнусь. Ой, маленькая, ложись на стул. Сейчас мы сделаем, сейчас, вот так вот. Ножку возьмем сейчас, вот так вот, ножку, вот так вот, вот. Брось ножку, вот так, умница. Смотрите. Что это у вас такое, а? Это у нас от воды, у нас все икают. Как это? Одни ослы. Никто из них по-настоящему не знает, какая вы. Уедем со мной, и ты не пожалеешь, крошка. Никогда! Заика! Ах так? В таком случае я немедленно скачу в Сити. Голуба мечта! Ставлю 10 против одного. Ваша лошадь ускакала. К тому же у нее словно одна... А? Зачем он икает, идиот? Это же не смешно. Ой. Скажешь, по-моему, этот козел и не собирается ржать. Голубая мечта. А по-моему, это ваша лошадь. Тут скакала. Своих мертвецов.
посмотрите, кто пришел. Вы посмотрите, кто к нам пришел. Нет, ты только подумай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, тёна, у тебя тёна. Слушай, шикарная статуэтка. В стиле модерн. I just call to say I love you. Не пусть напрягается! У меня есть сюрприз! О, посмотрите, придумал! Светка ведь и так без телефона страдает, а ты все шуточки, шуточки. Ну, настоящий. Скоро пригодится. Ну, это через полтора года, как минимум. Я интересовался этим вопросом. Познакомься, Костик. Очень хороший человек. Один из хороших. Лев Козак. Бюрократ. Почему? Ну, а как иначе ваш брат нашего брата называет? Раз чиновник, значит, бюрократ. Вообще-то я не их брат, я помощник радиста. Еще сюрприз. Гербану. Но. Послушай, Зин, не трогай Ельцина. Какой не есть, а он за нас. Им уж не грош в базарный день цена, и он в обиду нас не даст. Он, говорят, недавно Зин зашел в Нью-Йоркский магазин и столько взял в отдел вин, что прячь от шеи. Мой бандит Михаил Сергеевич руками машет, как чумак. И вроде говорит умеючи, ты не поймешь его никак. Ты тоже мог бы так, Иван, когда был пореже пьян и не дымил, как наркоман. Ну что, Иван? Браво! Блеск. Итак, друзья, я считаю, что торжественный церемониал можно наконец-то... Я знаю, кто это. Тетка со знаменем приперлась. Это точно. Ну теперь же точно засажешься. Вон и Слен, а? Кто там? Ой, как вас много. Толянчик, доставай нож, а? Два массажиста. Так, здесь ножом сделаем аккуратненько и осторожненько, а по чердаку топориком погуляем, да? Давай. Ну, быстро отошли, побежу, барят, я вот сейчас. Да вы что? Ребята телефон пришли устанавливать. Действительно. Действительно. А вы чего после стопки? За руль не боитесь? Если честно, нет. Удивил ты меня сегодня, удивил. У Светланы. Настоящий метод. Да ну. Вон там у светофора. Не скажи, я в этом деле понимаю. Ну что, пригласишь на чашку кофе? Мой кофе, твой сахар. Если честно. Если честно. Артист, артист. Артист. Простите, а вы кто? Кто я? Я зав. Отделом управления культурой. Кстати, на твое счастье, член художественного совета. О. Слушай, а ты можешь еще что-нибудь, ну, кроме того, что ты дурачился у Светланы? Ну, если честно. Если честно? Спросите меня, почему в стране нет мяса? А! Ну да. Почему в стране нет мяса? Дорогой друг. Кормы, как вы, советский трудовой народ. Семимильными шагами идет к победе коммунизма. Скотина не успевает. Стой, не иди. Вариант. Я земля, я свои провожаю питомцев. Артист. А, нормально. Артист. Я много такого знаю. Прирожденный артист. А ты что, здесь и живешь, что ли? Существую. Да. Развитой социализм называется. Вот это коморка. Папы Карла. Это могут быть шкурки кожи.
Слушай, давай мою жену. Чего? Разыграем. Ну, позвонишь ей от моего имени. Скажешь, чтобы не волновалась, сложилась, не ждала. И все такое прочее. Если поверишь, что я звонил, будешь артистом. Ну, слабо? Попробуй. Вы ее как дома называете? Люсик, Басик, Масик? Никаких Масиков. Просто Людмила. Ну, готов? Радио. Алло? Людмила? Я. Ты не спишь? Что случилось? Откуда звонишь? Ничего, дела. Если честно. Ты ложись, не жди. Утром позвоню. Утром, говорю, расскажу. Как там Катюша? У бабушки. Ну все, понял. Целую, целую. О, Господи. Насчет целую ты перебрал. Тут она удивилась. Что с тобой, Лео, говорит? Ну, голос-то не похож. Да? А жена поверила. Фантастик. Лев Сергеевич, кофе индийский. Можно еще чашечку? Да выпей хоть весь. Природная склонность плюс постоянные упражнения. Система Станиславского. Да? Тренинг и муштра. Да, ведь ты смутил меня, смутил. Там у Светланы. Что такое, думаю, Круглов, начальник АТС, монстр, ни на какие уговоры не подается, и вдруг телефон средь бела дня. Ну почему средь бела? Вечером. Очередь подошла и поставили. Да? Очередь? Мы сейчас проверим, какая... Очередь, говоришь. Алло, это квартира начальника АТС товарища Круглова? Да, вы меня узнали? Будьте любезны, да, пригласите, пожалуйста, Тимофея Степановича. Тимофей Степанович? Коза говорит. Угу. Хочу поблагодарить вас. Вот, вняли моим хлопотом. Да что, такой большой человек и занимается интересами простой артистки? А хотите правду, Тимофей Степанович? Радист вас надул. Я больше не буду. А вы его по линии прокуратуры. Умоляю. Я больше не... Я умоляю. Ну вот видишь, нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Если мы с тобой этого захотим. Если честно. А я ведь тоже в некотором роде имитатор. Мне пора. Ладно, пойду я. Засиделся. А я как-никак семьянин. Ну, отныне я твой поклонник. Если угодно, меценат. Я сделаю все, чтобы из мужчины советского ты стал мужчиной настоящим. Ты меня понял, Луценко? Поставь ты чайник, ты идиот. Ой, извините, простите, ради бога. Я не понял, вы из какого управления? Культуры. А, ну да. Если бы я был из того... О чем ты подумал, ты бы здесь не сидел. Сиди. Ага. Сиди. Пока. Хе-хе-хе.
Кто там? Луценко? Ну ты что, перебрал? Нет! Пусти, надо поговорить. О. Луценко. Да пошел. Я в 2 часа ночи с мужчинами не разговариваю. Тебе не надо, я буду разговаривать. Есть идеи, надо посоветоваться. Вокруг вас вьются одни ослы. Никто из них по-настоящему не понимает, какая вы. Открой, крошка, и ты не пожалеешь. Ставлю 10-1. Ваша лошадь ускакала. Эй, тебе что, плохо? Нет, нехорошо, я засыпаю с телефоном. Так, все готово. Привет. Здорово. Ну что, ти приехали? 2 часа будут. Ну, как где кто вас медведи стреляет? О, отца что за чмур с тобой приехал? Артист. А раньше артисточки были? Раньше много чего было, забудь. Забыл. Слухай, там приехал це як його... Массажист. О, массажист. Хорошо. Есть тост. Наливай. Выпьем за риск жизни. Кстати, то, что мы тут находимся, это тоже риск. И немалый. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет горилки. А кто не пьет горилки, тот не казак. Казацкого рода нема переваду. За риск в жизни. И если уж рисковать, так в свое удовольствие. А если помирать... Так только от смеха! Вова, за березой. Ёлки-моталки. Сколько я в детстве вот так гнезд передрал. Ну, чтоб в эту пору... Что с природой? За березой, за березой. Соловей, ну откуда? Оттуда, Юрий Дмитриевич. Оттуда. Хочу, чтобы все выпили это, товарища. Горница. Да? Синица. Да? Я все проверил, они отдыхают там. А ты сам-то как вообще, в форме? Ну, дружище, обижаешь. Просто слов нет. Будешь, да будешь ты начальником управления. Да будешь. Прям мороз по коже. Молодец. Извини. Я не врубился. Извини. Эй. Ну, давай. Окручивай. Давай. С Богом. Слушаю. Пожалуйста. Ну, Николай Петрович, уважил. Стараемся. Да вот, не могу уснуть, ворочаюсь, распешил, давно так не смеялся. Чуть ли не с 85-го года. Как ты говоришь, его фамилия?
Луценко. Да нет, артиста я помню. Вот того, Шута Горохова, который все организовал. Козак. Казак? Был такой казак из легенды. Казак Мамай. А этот-то у тебя откуда? Среднее звено. Ну, брат, это мелко. Казаков у нас теперь мало. Особенно теперь. Поднимать его надо. Ну, вообще-то он толковый, Мало Юрьевич. Но докладывает, что авантюрист и не всегда чистоплотен в делах. Но авантюрист старому, а по-новому предприимчивый человек. Плохо ты перестраиваешься, дружище. Ох, плохо. Слушай, ты говорил, что у тебя там есть вакансия в управлении культуры. Мы Сидорчука готовим, говорит. А ох, их чё? Да массаж вьетнамский, будь он неладен. Больно, 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 ты что? Ну ничего, для здоровья полезно. Оздоровительный комплекс, вот ты за столом сегодня говорил. Дело новое, правильное, перспективное. Я думаю, что Козак вполне все бы мог это возглавить. А что, мужик он неплохой, вон как все организовал, зарекомендовался, я понимаю. Че не директор? Нет, я, конечно, не настаиваю, но ты подумай. Понял. Так. Да вот так. Что с тобой, Лев Сергеевич? Или ты не рад? Так. Если ты о Луценко волнуешься, то не надо. Мы найдем ему меценатов. Хотя он их и не любит. Артисту нужна свобода. Ну зачем тебе эта культура? Девочек-артисток, понимаешь, сиськи-писки, иди сюда, стой там, здесь разбирать, понимаешь ли? Сделаем из тебя мужчины советского, мужчину настоящего. Дьявол! Как я вас, лохи, купил? Дурак, придурочный, не подумай. Не правда. О, козел. Что, на худсовет? Да. А ты решил, если я банщик, то в искусстве уже... Ну, в чем банщик? Директор? Генеральный директор. А почему в черном? Траур? Кто-нибудь умер? Нет. Но кто-то скоро умрет. Не помнишь, как там дальше? Кто с мечом к нам придет, тот... Тот от нас с мечом и уйдет. Тот от меча не погибнет. Куда? Ворота! Гоу!
Петр Григорьевич, я не понимаю, что происходит. Товарищи, может, вам время девать некуда? А у меня оно в обрез. Надо соображать быстрее. Наша страна живет в совсем другом ритме. Да, вот наш актер Николочкин напился на гастролях. Да, его закрыли в номере на ключ. А он взял с балкона третьего этажа вниз, чтобы на концерт не опоздать. Чувство ответственности. Если честно. Вы меня извините, конечно, что я так говорю. Но Миколушкину три трапа. Почку, правда, отбил. А меня в инстанцию вызывают. Вы посмотрите, в какое время мы сейчас живем. Суд понес на ее. Вы извините, что я так говорю. Наши политические деятели в газетах, в телевидении. Вы понимаете, о чем я. Наш Михаил Сергеевич перед комсомольцами так и сказал. Вы знаете, о чем? Да, конечно. Извините, что так резко, остро, но вы понимаете, что мне сейчас не до хейханек и не до хаханек. В комбинате здоровья, где я временно руковожу, есть замечательный холл с эстрадой. Между парной и массажной. Может быть, Игорь Васильевич попробовал бы выступить там? С пивом, с раками. Это все могло бы как-то скушаться. Москва же не сразу строилась. Да и опыта поднабрались бы. Хотите стать артистом? А критику воспринимать не умеете? Советую подумать о моем предложении. Очень признательна. Галантно. Я понял. Я подумал. Очень хорошо. Я объявляю вам войну. Что? Скотина! Идиот! Идиот полный! Сволочь! А ну-ка вернись! Да. Слушаю вас. Говорите. Да, Юрий Дмитриевич. Что-то с горлом. Несмыкание. Несмыкание? Тупоумие это. И близорукость, понимаешь, что ты политическая. Я сам его слышал случайно. Товарищи посоветовали. Ты живот не нарывал, понимаешь, от смеха. Тут слов нет. Это же клад. Это же, может быть, в будущем гордость области, понимаешь ты? Республики, понимаешь? Союза! А вы его, ядрёна корень, прорабатывать! Нет, нет, нет. Что вы, Юрий Дмитриевич. Нет, нет, у вас неверная информация, неверная. Речь шла не о номере. Что вы... Мы хотели дать ему целое отделение. Да-да, целое отделение. Есть. Угу. Но вы сами понимаете, будет сделано. Угу. Oh.
опять, Луценко. Вот это? Я сомневаюсь. А! Дура! Что с вами? Следующий сюжет нашей программы связан с тем объявлением, которое мы дали неделю назад. Но прежде я хотел бы сказать вот о чем. Нас все чаще обвиняют в том, что критические сюжеты, которые идут в нашей передаче, излишне риски. Что я могу на это сказать? Правда, она Лёха! Не правда, чтобы... Лёха! Ну что ты там орёшь? Луценко! Луценко, да ты это добиваю! В нашей передаче очень редко в последнее время... Ты! Ёлки, твоя жопа, если честно. Вставай, вставай. Чай, чай на кухне, давай, принеси. А почему вы прикиды, почему? А кто его знает? Усох. Представитель Министерства внутренних дел. Но, пожалуй, такой ситуации, которая сейчас, никогда не было. Я благодарен вам, что вы в столь печальный момент своей жизни согласились принять участие в программе. Итак, объясните, за что наручники на ваших руках? Вы знаете, объяснить за что такую ситуацию довольно сложно, потому что я считаю, что любого нормального человека в нашей стране можно арестовать. А вы считаете себя нормальным человеком? Абсолютно. Ну хорошо, вам, я так думаю, что больше нечего маскироваться. Позвольте, я сниму с вас этот парик. Вот официальный ответ Министерства внутренних дел. И информации о вас, как о преступнике, Министерство внутренних дел не обладает, верно? Тогда будьте добры, откройте наручники и освободите вашего бывшего заключенного. Спасибо. И у меня к вам вопрос. Так кому же вы наступили на хвост? Какому тигру? Скорее, не тигру. Льву. Вот сейчас этот лев смотрит нашу программу. И что бы вы хотели ему сказать, глядя глаза в глаза? Лев, если ты готовишься к прыжку, будь осторожен. Потому что на каждого льва... Выскочка неблагодарная. Ничего, на каждого охотника найдется своя стая. Позорь. Да ты это замолчи, если честно. Снежана, главная культура обслуживания. Все хорошо. Главная культура обслуживания. Ну, конечно, о чем речь? Да, Козак? Слушай, перезвони попозже. Ты чего здесь посиделки устроил? А ну давай отсюда. А у меня для вас есть сюрприз. А, и здесь можно. И здесь. Понял? Давай, давай. Юрий Дмитриевич, 2300. Николай Петрович, 1700. Товарищи Малков, Остапчук, Фридман, по 500 грамм. Таким образом, если честно, общий сброс группы составил вес примерно 108 килограмм. Поэтому лично от меня сюрприз с секретом. Моден, конечно, США. В честь, так сказать, победы духа над плотью. Что это?
городскому прокурору товарищу Игнатенко. Заявление. Я Козак Лев Сергеевич. За короткое пребывание на должности генерального директора комбината здоровья совершил ряд крупных преступлений. Но сначала о мелких. Я, если честно, взимаю поборы с клиентом, организовав нелегальную сеть услуг. Аморальным способом добился покровительства отцов города. Нанял охрану в лице бывших спортсменов. Кроме того, если говорить очень честно... А он здесь? Иди отсюда, быстро отсюда! Где? Где? Кто? Кто это? Кто? Я спрашиваю, кто сделал? Пригласи, пожалуйста, ко мне Сорокина. Окей. Так. Лиц, шеф. Кто монтировал шкатулку? Луценко. А я что сказал? Дать классному специалисту. Луценко классный. Ты ее проверял? А как же? Я спрашиваю, ты проверял? Да. Я спрашиваю, ты проверял? Да. Я спрашиваю, ты проверял? Я спрашиваю, ты проверял? Да. Нет. Он сказал, включать нельзя. Батарейки сядут. Не батарейки сядут, Сорокин. Не батарейки сядут. Не батарейки. Быстро иди послушай, что там. Только тихо. Да. А я пока подумаю. Поэтому я предлагаю меня немедленно заключить под стражу, а классного специалиста Сорокин назначить генеральным директором комбината. Ну, что они там? Смеются. И все? Весело там. Артист, ну артист. А диплом-то у тебя какой? Министерство культуры. Институт культуры. Ну, товарищи, так на ловца и зверь бежит. Сам себе приговор подписал. Там, говорят, у тебя вакансия имеется. Успокойтесь, товарищи, не волнуйтесь, но не надо волноваться. Игорь Луценко специально для вас согласился дать еще один концерт. Значит так, Москву мы уже не переезжаем. Я правильно поняла? Отвечай. Не переезжаем? Но потерпи, это все временно. Временно. Знаю я твое временно. А тебе что? У тебя жена, дочь, любовница. Что тебе-то? Работу меняешь, как перчатки. А я? Сцена из Дикого Запада. Баста. Я ими по горло сыта. Да сними ты эту дрянь! Ты не волнуйся, я слышу, я все слышу. Привет. Девочки, кто это? Кейс знакомый. Молодой человек, как ваша фамилия? Моя? Да. Боярский. Это мы Боярского не знаем. Сколько там? Нет, сказал нет. Давай. С артиста Луценко деньги не берут. Цветочки не забудь. Шампанское тоже. Да, пойдешь на Львов, не забудь подстрелить на мою долю. А это еще что за червонная дама? Жена, наверное. Людка. Конечно. Жена. И
интересно. А что ты скажешь, когда у меня муж появится? А? Появится. Моя машина. Партнерша не видела? Ломовая чувиха. Номер готовим. Турне будет. Африка, Новая Зеландия, Австралия, по-моему. Это поет, танцует. А как? Движется. Поздравляю, у тебя с ней роман. Понимаешь, в том-то дело, что нет. Есть у нее такой маленький дефект. Вот такой вот. Знаешь, какой? Какой? Она милая, добрая, нежная, красивая, но хуже, чем ты. Спасибо. Это не комплимент, это деловое предложение. А ты изменился. Да. Даю тебе сроку, неделю. Думай. Ну, просто буря и нация. Но ты же любишь это тело. Итак, неделя. Ваши виски и коктейли мне ужасно надоели. Как видишь, дорогой, карты не лгут. И удар был, и трефовый король приходил. Я иду к королю, корону на уши натяну. Луценко, он... Левочка, я передумала. Я передумала. Даю тебе не две недели, а одну. Thank you.
Сегодня, 23 мая 1990 года, на всей территории Советского Союза... Hello? Я? Я? Здесь Хильда? Момент. Телефону. Меня? Да никто не знает, что я у тебя. Женщина. Алло. Лев Сергеевич Козак. Прижмите трубку к уху и улыбайтесь. Кто говорит? Улыбайтесь, говорит майор КГБ Дягилев. Вы улыбаетесь. Слушайте меня внимательно. Во что бы то ни стало, задержите Хильду Бауэр в ее номере. Она не та, за кого себя выдает. Она не та, за кого себя выдает. Вы улыбаетесь? Вы меня поняли? Понял. Ничего не бойтесь. Будет оказывать сопротивление. Разрешаю связать, но не больше. Мы высылаем группу. К вам постучат и скажут, с чего начинается Родина. Это из песни. Запомните? Запомнил, запомнил. Выполняйте. Но будьте осторожны. Она может быть вооружена. Я больше не могу говорить. Она уходит? Да. Действуйте. Ты сходить с ума. Хильда. Иду, фирма. О, ты нелеп. Ты секс-автомат. Лев? Ну что ты еще выдумал? Какая гостиница? Мне не до твоих сюрпризов. Ты же знаешь, я в это время еще отдыхаю. Какая еще песня? Чего начинается Родина? Запомнила? Это пароль, если честно. Ты гений, Игорек. Ты просто гений. Ну, подожди, подожди. Я хочу получить полное удовольствие. Да, это как? Хочу увидеть собственными глазами, как гражданин Козак задерживает западно-германскую шпионку. Меня еще ни один мужчина не бросал. Все гуд?
Что случилось? Что здесь происходит? А вы, собственно, кто? Ну как, вообще-то я журналистка. Я бы попросила вас уйти, если не хотите неприятностей. Но меня пригласили. Женщина, а ну-ка предъявите ваше удостоверение. Чего? Начинается родина. Чокнутая. Всю жизнь я в столице прожил, но мне не припомнить не будет, где новым домом это жил. А что, что я Я выполнял себе задание, как бы. Это и есть твой сюрприз. Ну, Целька! Сволочь! Убью! Пардон? Иди! Вот и нет. Пардон. О, ля белла советика. Парень, это наш девушка. Ломайте, ребята, ломайте. Под мою ответственность. Что ты тут делаешь, а? Хорошо. Козлы, придурки, густи. Эй, девочки, какого дайте две копейки, а? Это жестоко. Отнеси ему плед. Я тебе сейчас... Плед мой. Отнеси ему что-нибудь свое. Отнеси. Платье или трусики, например. Дошли до меня, Николай Петрович, слухи, что, понимаешь, козак этот... Артиста нашего, как его, Луценко, зажимает, дышать не дает, совсем замучил парня, понимаешь, психушку, умеет его подвести. Тут люди от вас были. Я не хочу говорить, кто, но... Слушай, хватит. Поплясали по твою дудку. Повытягивались. Дали себе мешалки, по шее тебе все мало. Какие люди у тебя были? Что ты говоришь? Люди у него были. Козы кому нехорош. Слушай, я на тебя... Где ты там сейчас окопался? Да знаете, я здесь вот... Вот и сиди там, и не рыпайся. Козы кому не нравится. Кому нравится? Я сейчас пойду и спасу его. Пойди. Будешь его соседкой по палате. Алло? Николай Петрович? Ну, наконец. Козак? Козак, говорит. Давно хотел сказать вам. Что вы из себя демократа строите? Выборы, шмыборы, плюрализм, компендиум, экология. Ха! Да против вас никто рта раскрыть не посмеет. Держи морда. Какой вы руководитель? Безграмотный длинноухий осел умнее вас. Долдон. Вам давно пора на заслугу. Да-да-да, на пенсию вам пора. Держи морда, мафиози. Идиот! Ты на рожу свою посмотри, козел, вонючий. Вы, люди в белых халатах, ну, больно, не стегайтесь. Ты мерзавец, мерзавец. Не дергайся. Хм, чего ты? Лев, сегодня овечка без обеда. О чем вы, Николай Петрович, я не совсем понимаю. Я всю ночь не спал, все думал над твоим звонком. Конечно, в чем-то ты, возможно, и прав. Но нельзя же так хамить. Хамить нельзя. Я все же старше себя. И по возрасту, и по
по положению. Луценко. Сядь. А что Луценко? Да, кстати, Луценко. Есть сигнал, что ты ему там что-то житья не даешь, что психушку его грозишься упечь. Николай Петрович, в психушку. Восточная мудрость гласит, если не можешь уничтожить врага, сделай его своим союзником. Твои способности и его власть. Тут такое можно, если с умом. Конечно ли он мерзавец? Но он великий мерзавец. Достоин восхищения. И Лёва прав. Понимаешь, Игорь? Игорь. Козак мерзавец. Хотя и лев. Вон, смотри. Это пикетчик. Эй, Серега, чего требуем? Разоружение. Устами психа глаголит истину. Ну да, с утра он требовал однополой любви. После обеда придать тюремному жаргону статус государственного языка. А в тихий час выразил вотум недоверия завмагу номер 34-492. Я где? Ты от него недалеко ушел. Спасибо. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Опа! Эй, а ну-ка, пионеры, сюда, задел Ленин, коммунистический парк. И ну-ка, быстро, Чапаев, Горький, ко мне. Быстро, взять сюда. Так, взяли. Вот такие вот дела. Лев всесилен. А я всемогущ. Неужели ты этого еще не понял? А я говорю всемогущ. А я говорю, это излечимо. Если не запускать. А я говорю всемогущ. Дурак ты. И справка есть. Серега, чего требуем? Вести войска во вторую лопату. Уйди с палату. Вот так вот, видала? Ну и если ты всемогущ, что ты здесь делаешь до сих пор? А я номер готовлю. Ты еще со мной в Африку не передумала? Да я вообще могла бы на тебя наплевать, понял? И забыть про тебя. Я чуть не могу. Да заткнись ты! Ты подолеешь, крошка, и вообще вокруг вас вьются одни ослы. Господи, еще и шизофрения. Ха-ха, хочешь? Я не ем яйца. А я не люблю. Ложись! Ну так что ему передать-то? Все-таки я парламентер. Передай, что прерии надежно скрывают своих мертвецов. Честь имею, мадам. Игорь! Расскажи мне, Кару, про Марму. А мама все знает. А мы не всегда все знают. И она тоже знает, что мне не дадут рисовать картину фильма про не маму и про Михаила Будонова. И про что мы не целовали друг друга перед решающей битвой. И то, что ко всему этому приложил руку Пашка Еремин, еврейский шапион. А то, что он еврейский шапион, так это точно. Во-первых, зовут его Паша. Во-вторых, фамилия Еремин. А в-третьих, других доказательств не надо. Он не дает рисовать стихи и планы всего будущего человечества. Не надо, не надо. А мне ответил все равно, что я говно, что пью машину. И все равно, что я говно, что пью машину. Ты не думай, что это работа.
работа должна углубляться, опираясь на то, что дает нам нынешний этап перестройки. А этот этап очень важный. И экономическая реформа на ответственном этапе, и политическая реформа вышла на свой второй этап, и она заправит сейчас вопросы нашей федерации. И как мне Серега? Это важное да. направление работы партии. Приятно все-таки жить в Украине! Не надо решать, что мы были политики,
страну, открыть уже нечем. Товарищ Луценко? Ну, я Луценко. Товарищ Луценко, группа быстрого реагирования прибыла в ваше распоряжение. Полковник Игнатов, командир. 4-й, 4-й, гвардейцы лейтенанта Тарасова вышли на исходную позицию. Ждем дальнейших распоряжений. 4-й, 4-й, жду ваших распоряжений. Ждите. Разрешите идти? Идите. Есть. Товарищ Луценко, танковый отряд прибыл. Полковник Пистон, жду ваших распоряжений. Ждите. Товарищ Луценко, объект снаружи оцеплен войсками МВД. Майор Костюков. Кого снаружи, когда мы там стоим? Да. Знаешь что, майор, бери своих орлов и иди, откуда пришел. Луценко на майоров не разменивается, так и передай. Есть. Стой. Слушаюсь. Иди. Есть. Ходи, стой. Слушаюсь. Майоры тоже пригодятся. Будем работать. За мной. Будем работать. Даже приказание прибыл. Так, хорошо. Да уж что, ни в коем случае. За мной! Комиссия Минздрава, академик Полушкин. Что ж ты, академик, где одноразовые шприцы? Не вижу. Костюков! Я! Отведи академика на кухню, накорми из общего котла. Если выживет, потом поговорим. Есть! Пойдем. Вы
Воистину народ страждет, отец Тихон. Воистину страждет. А вы что же? Где ваша помощь? Да, молчите. Одну только мать Терезу и видно. А где наши матери? Где мать Аксинья? Где мать Мария? Где мать Наталья? Где наши братья и сестры? Где дом нашей скорби? Где он? Его нет, мы его потеряли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представитель ЦК. О, очень, очень приятно. А какого ЦК? Как какого? Республики? И какая? Наша, коммунистическая. Ага, ну я да, требую да, объяснить, что здесь нет, происходит. Нет, я требую, я здесь приказываю. Я требую. Хватит уже, накомандовались. Товарищ Луценко, я из МИДа. Здесь товарищи из африканских посольств. Нужно как-то представиться. Пожалуйста, прошу вас. Вот, пройдемте. Это я к... Хелло? Да. Хелло? Господа. Господа, привет. Привет. Привет, привет. Товарищ Луценко? Да. Косак доставлен. Вот его документы. Это военный билет, да? Да. Это по вашей части. Слушайте. Разберитесь. Партийный билет. Товарищ из ЦК? Этот товарищ уже не товарищ. Под мою ответственность. Ага. Угу. Товарищ, так это же Луценко, артист, имитатор. Он вас дурачит. Товарищ, он дурачит вас. Заткнись. Да, ну гражданственности он никогда не отличался. Это же произвол! Можно огоньку? Товарищ! Товарищ! Какая чудовищная ошибка! Игнатенко! Расстрелять бывшего гражданина Козака Сергея! Льва! Льва? Без суда и следствия. Публично, показательно. Под мою ответственность. Слушаюсь. Какая ответственность? Он же сумасшедший. Он же сдвинулся. Это же дурдом, товарищи. Неужели вы не видите? Это же психушка. Да, кстати, отец Тихон. Да, сын мой. Отпустите грехи бывшему рабу Божьему. Хотя не надо. Он же атеист. Прости меня! Пощади меня! Прости! Пощади! Прости меня! Любое наказание! Я уеду! Я исчезну! Что происходит? Светлана! Скажи Игорьку, поручись за меня, спаси! Светлана! Игорь! Светлана! Светочка! Ну что ты на это скажешь, Светлана? Игорь! Васильевич, вы и вправду. Я не оценила вас. Не надо автоматчиков. Спасибо.
честно. Клянусь. Если честно. Еще как исчезнешь. Истекоев? Я. А давай из танка. Зачем? А чтоб не больно было. Мы ж не звери. А то эти еще промахнутся. Есть. Наши не промахиваются. Да. Товарищ Луценко, здесь говорят, что столица Москва относительно вас никаких распоряжений не давала. Как не давала? Алло, я слушаю, говорите. И извиняюсь, это наглая инсинуация, это наглая инсинуация. Николай Иванович в курсе, пусть им свяжутся. Мой совет, мой президентский совет. Очень сильно обеспокоен ситуацией в городе Славяно-Днепровске. Прямо скажу, непростой. Единодушного мнения не было. Но после долгих, жарких дискуссий мы выработали... Консенсус. Консенсус. Да, это я. А кто же? И не надо так драматизировать, товарищи. Надо реально смотреть на вещи. Когда-то вот такого и быть не могло. Чтоб действительно вот так собравшись в открытую, действительно говорить о каких-то вещах, в общем-то, действительно сложных, судьбоносных. О рынке, о консолидации народа и армии, и это главное. Ну, чем у вас здесь не санаторий? Тихие, милые, искренние люди. Режим. Садик вот. Симпатичные ребята. Это вот у нас сумасшедший дом. Сняли двух электоров, представляете? Вечерки за то, что полевел. Славян Днепровской правды за то, что не долевел. А в конторе? Да я просто туда боюсь заходить. Переаттестация это. Не с места вы аттестованы? Шуру Бландо на пенсию. Яшу Яшина не переаттестовали. Кстати, новость. За меня замуж вышла за банщика, которого я терпеть не могу. Ну, ничего страшного. Я, кстати, вовремя сориентировалась. Сколотила театрик на кооперативных началах. Так что ставлю сцены из Дикого Запада. Мальчики, можете меня поздравить? Я теперь режиссер. Поздравляю. Спасибо. Кстати, Хельда уехала. Благополучно достраивает свой капитализм. Обещала вызвать меня с театром. Вам привет от нее обоим. Спасибо. О, Серег, что требуем? Переименовать Советский Союз в Новую Гвинею. Ha 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 ha
Мальчики, я так рада, что вы наконец вместе. Ну, наконец-то вы сконсолидировались. Вместе мы – сила. А порознь – ничего. Чао! Фернандо! Бай-бай! Солнцу мы летим по морской волне. Чудесные лодки мы с тобой быстрее лодки. Это по мне. И нам лицом будет легкий приз. И понятен мне каждый твой каприз. Но очень скоро мы заметим, что над морем вечер повис.